Кто это будет? Кто здесь? Хилы есть, три хила есть, танки все есть, погнали. За спиной не стоим, утрешь, бьем косты этим пробудителем. Я добиваюсь. Вытаскиваешь какого-то и бьете косты. Кого? Ну, пробудитель можешь дернуть, да, и бейте его. Косты бейте ему, чтобы он не откидывал вас. Потом переключитесь в следующий. Луна пламени. Называется каст, который надо сбить. Вот сейчас будет кастовать его второй. И я его бац и сбил. Убирай второго сразу. Еще один сбил. Следующий там сами сбивайте. Не теряете ДПС, бьете косты, стоите на месте, кто не отлетает, кто не агрит трэш дополнительный. Неподходящая цель. По бафам, твинси кресты, шреддер бафаешь, блин, у тебя же это. Так, у Твинси прокачаны кулаки. Пусть бафы да. Кулаки. Шреддер кресты. Или бризи. Ну, давайте так. Я хаски. Ну, там на бегу, короче. Перед боссом, чтобы были добавки. Бафайтесь на бегу. Полезный скилл. Что, вытягиваешь командира, на мне Иршам, на версле, или лучше Хулипал, и тебя Иршам хилит. Жди, короче, потом шкаф поставим. Угу. Меня хилит кто? Айду. Роман, хорошо. Просто на мне много трэша, поэтому я выбираю Хулипал. Хулипал выбирает тебя. А, Винар, по поводу роллов и остальным тоже. В основном, как бы, перед Хлеоном объясним тем, кого доберем. Перед Хлеоном выбирайте себе main spec. Если вы идете танком и хотите ролик на ДД, пишите просто об этом в дискорде. Потому что ПМ уезжает, чат уезжает, дискорд встает. Время подумать есть. Выбирайте себе спек, на который будете ролить. Бейте косты волну пламени, либо не бейте. Сори. Бегайте кто-нибудь за гвардейцами справа, две штуки. Кот, кон, хант, робот кто-нибудь там стоим, ты. Костя, мы трэш добьем? Или ты трэш хочешь побить? Трэш добить? Ну а чё, все равно он побежит. И еще пачки там справа у болтар. О, чулан. А, чулан пачка ведет, нормально. Алиса, забери у меня гвардейца быстрее. У меня больше будет сейчас. О, кастанули, отлично.
Ой-ой-ой. Ну, молодцы. И вообще дайте корни, пусть стоит в стороне. Там стоит. О, покаяние, мишка. Куда гвардеец побежал? Ничего себе, ничего себе. Второй что не... А-а-а. Эх, не успел щит долететь. Да, ругаю тебе. У нас есть ханг, поэтому либо-либо. Так, что с нафигом? Нафигом. Мультя в сумраке будет или нет? Мультя в реале. Первая, вторая группа реал. Третья, четвертая сумрак. Где Тасик? Он тут вообще? Ну, если что, князь руки, если в дискорде князь. Можешь АПшников поменять? Мультю и Гуччи. У меня на мульту макрос стоит. Ну типа да, у меня на мульту макрос на ПС-ку стоит. Так что у тебя поменять? Правильно? Да, да, вот, да. 15 гол за штучку стоит, вряд ли у кого-то валяются. Чё, командир, тащи. Да вы уходите, уроды. Тафик, ничего не писал? Нет, вроде, мне кто ничего не писал. Палушка, хиль. Берем вара, князь рук. Вот у локов есть же такой спел проклятие там и красноязычество или что-то такое. И что? Пробудителя кастануть, может она не так будет кастить долго. А смысл? Он все равно кастит. Да и цель сбить ему каст, а не замедлить. То есть то, что ты предлагаешь, актуально на циндре. Не, он хочет, чтобы больше ДПС отдали в него, пока он кастит. А-а. Да не, проще сбивать, у нас 3 пава, у нас 4 вара. Если да я понял. Поэтому смысл. Учитают, сбили и сбили. Надо ЕП давать за сбитие и ГП не, за несбитие всем сразу по 500. Тогда сразу. ЗК не сбивает, прием. Я не говорю, что как так я солом кассу бью. О, что, Василий, нет? Да, ладно. Не, мне норм. Я подлагиваю. Нет. Украину дедосят на. О, воин сбил. Перехватом. Молодец. Вон, смотри. Че у кого? Кого воин сбил перехватом? У меня у пробудителя. Кеглю. В боулинге перехватом сбил. Сбивайте, волна, полетели. Летим, да? Лагаем. А нет, успели забить. Лагим, да. Лаги какие-то дурацкие. Знаете что, если лаги, давайте тогда пойдем на дракон на пик, потому что если будет какая-то борода... Пока нет лагов сильных. То не так критично будет, потому что болтар может зарезать танков за 5 секунд лаг. Перед мордой стоит. А, это там.
падение мстителя. Да, неприятно, но не критично. Патруль убили, да? Да, после трэша бежим на дракона, который летает. Мах ставит столик, раздает, паладины бафы раздают. У нас хила нету. 300 баф, лав, в смысле у нас хила нет. Рехила. Вон черебан и появился. Хилов, стопаем добор. Топовый макрос. Хорош. Ставим шкаф. Суммоним рогу. Кого-то маленького мука. Сказка какая была. Маленький мук. Черебан это пук или наш? Маленький мук. Ты помнишь, да, такую сказку? Да. Надевал тапки и путешествовал. Суммоньте рогу, суммоньте серебана. Даю дискорд. Ник такой, блядь, серебан, как у ебан. Ой. Когда же ты шутить-то научишься, а? Да такое. Инна, ты шутить умеешь? Чтоб было смешно всем. А ты умеешь шутить? Да. Знаешь, это вот, честно, черной завистью завидую людям, у которых хорошее чувство юмора. Не умею, но поржать люблю. Серебан. Бафуем каску. Чек на бафы. У кого всего хватает маны, бафов, ремонта, там, смелости, жмем да. Кому какие-то бафы нужны, жмем нет. У меня что-то хп на 2 косаря в последнее время меньше стало. Хз, вообще, ну, так банку выпей на хп. По мне нужен кулак и крест. Без банки. Типа, да. У меня обычно 75 она никогда с банки. У нее никогда банок нету, блядь. Я предлагаю босса. Я всегда и даю банки. Но я их никогда не пью. Так, подходите сюда кулаки, все. Да? А, да. Павел, извините, я вам себя избила. Да я видел, я просто все дал. Еще раз сбей. Не надо. Кулак каску роди. Каски по варам, ну-ка. Блядь, я уже, сука. Варам. Я уже брусты прожал, все нормально, блядь. Серебан на ардру, ты здесь? Ты 10 поменял, да? Серебан на ардру. 22 человека, вообще что за игнор. Окей, чек на пул. Только, сука, я тебя умоляю, сразу не пуляю. Так что, все готовы? Я накидываю этот ДД-шмот. Накидываешь, да? Ага. Закидываешь. Алиса, врывайся. Стоим в этих цветочках, метки влево-вправо. Как меня харит, сука, 2010, это пизда. Не прокает вообще, блядь. Ты на ком? На варе. Армс. Так, меточки. О, медленно летит, можно побить. Дайте корни еще. Метки влево-вправо, рейндж друг от друга. 12 метров. Ну где? На мне метка. Че, второй раз летит? Нет. Я-то думаю, че я лагаю, блядь? А у меня, сука, максимальная графика почти стоит. Зато красиво.
чё, вроде лагов нет. Так, я спекаю с танка. Так, кто хочет потанчить? Спрошу пока. Доброволец, танк, на одну копию. Где пая будет? Серебан, ты? Серьезно? Ну, блин, ты просто их другом. Он хил. Ты хил. Ты хочешь медведем копию потанчить? Ну, спекайся. Нет. Нет. Нет? Не хочешь, чтобы он спекался? Не захилит, думаешь? Ну, тогда ты спекайся. Войд в танка, я в танка, Алиса в танка. Алиса танчит босса, я танчу первую копию, Войд вторую. Алиса Серебан хилит. Уже в танке, блядь. Не, Серебан, давай в это, в Эрдру лучше по хил рейд, там будет метки. Вот, я очень ценю твое рвение. Молодец, что вызвался, это хорошо. Да, очень. Да не, мы не говорим, что хуёвый, просто протовар потанчит, вот, лучше хиль. Мы очень долго Эрдру искали, и нам ты пригодишься в Эрдру. Вот. Вот только поэтому. Инфа для АДД, для РДД. Босс вешает стаки возгорания. С этими стаками нужно набрать раньше. То есть, если вы бьете одного босса, и на вас там возгорание милики, есть копия, вы можете убежать от босса, набрать ранжу и бить какую-то другую копию. Вот. Если раньше, как бы, ну, бить не можете, просто 8 секунд стоите, дрочите, пока дебаф не спадет. Ранж друг от друга еще нужно набрать. Все, кто с возгоранием, убегают, да, и 8 секунд стоят на месте. Вот, то есть, чек на пол. Ты че там, жопу у него не пьешь? Чек на пол. Здорово всем. Здорово. Куда это? А ты кто? Джованни. Мы в РС. Не Винар. Надеюсь, она не пойдет. Гуляй, гуляй, хорошо. Какую копию я лимон держу? И он чё-то его не слышно. Лимон. Ладно, он первый. Лимон, дис перезайди. Чё говоришь? Я первую копию возьму. Угу. Я же говорил. Не знаю, где я буду держать. Наверное, справа, где стоит Гурский со своей собакой. Буду ее там держать. Меня хилит Иршам. Под мордой, главное, не умирать, кто там стоит. А, это Эвинар. А, РЛ, ой, фу ты, блядь, РЛ. Эрдру, ты рейд хилишь. Хупал хилит Эвинар. Эршам. Ой, меня откинь. Те копии забери, Войд. Так делаю. Ходите из-под морды, вот этот второй. Кто здесь? Ага. Турбойс, Вент, Сова, Берни, Турбойс. Еще раз КВБ. А в сторону Пинку подходим. Единственного, кто умер. Сова, Вент, Берни, Мага, Турбойс. Он лежит где-то справа, там дерево. По сгоранием набирайте стаки, чтобы танков не прошибало. Короче, не Берни, да? Кто может Берни? Серебан, Берни тогда. А, Мага. Ну, нормально. Зачем вы два БР отдаете? Ну, чтобы нечем было танка резать. Так вот, уйди отсюда. Заберешь копию, передо мной побежишь. Сам. Потому что мне там неудобно стоять. Грубиян. Грубиян. Кто агает постоянно? Не знаю. Бокру, Столуса. Ну шо, ДК, следите. Так, срыва Гроу. Боку сюда эти сали подотягивается. Я не достаю. Бой забирает копию по центру. Она там. Нет, не сдохну пока. Так, мульти здесь бегает. Винар хилите. Войду хилит. Войду руки дал. Ой-ой-ой, агро. А Геру даем. Даем Геру, играем по своим всем. Сгорание выносим. Венты, мульти, 8 секунд. Дрочим в РНЖ. Дай каплю мне.
На тебе капля. Лимон агро. Все нормально с агро. Да не все нормально, блядь. Так, разворачиваю свою копию. Шаман, который сзади. Осторожно. Осторожно, твинься. Кто здесь стоит? Ох, только статус. Смотрите, как вырос. Вов, забери мою. Забери. Левинар упала. Разворачиваюсь. Короче, у меня хильт, оверхил. Убивайте. Чит на себе. Ооо, нормально. Я же говорю, у меня хп меньше стало. Да нет, просто ты нуб. Погнали на дракона. Квест потом сдадите, когда убьем дракона, все побежите слева, сдадите квест. Не тратьте время сейчас. Там квест не сдается. Быстренько убить РС-очку и пойти по ФК-ше Делоране полтора часа. Я слева. Да, она не то время имеет. Она имеет в виду, что не до того стало, как она умерла, меньше хп. Так, прист. Так, ну понятно, Серебан тут, а прист, который... Там ребафните меня, МП. Мистер Беттер, тут, ты слышишь меня? Ага, отлично, я по роллу скажу перед Хали, как что-то. А можно коня? Давайте бафы. Коня можно. Нет, не вот, теперь можно. Что в мульти? Сейчас скажу по антифирам. Мульти, раз ты написал, даешь первый. Мульти дает первый антифир, второй антифир Беттер дает, третий антифир Гуччи, четвертый антифир Шансун. Следите за костами, могучий врёва предстоит. Чё Гуччи? Мульти даст первый антифир, Беттер даст второй антифир на танка, на Эвинар. Гуччи дашь третий антифир, Шансун дашь четвертый. Даю магу каску, чек на пол. По АДК, да, и каску? По АДК, да, согласен. Все, все готовы? Князь Рук готов? Нет, не готовы. Что не хватает? Пристабав дай. Теперь готов. Теперь пуляй. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, так, ладно, расскажу сейчас, все равно делать нехер пока. Короче, кого добрали солчата? Прист и Эрдру. Мы без анролов рейд собрали, как на роли. Шмотки кидаются на ролл, соответственно... У вас есть сейчас время выбрать себе спек, на который будете ролить. То есть это либо тот, в котором вы сейчас в рейде, либо какой-то офф-спек. Ролить будете только на него. Если вы выкидываете больше, чем любой человек из гильдии, которому нужна эта шмотка на мейн-спек, шмотка уходит вам. Если кто-то по роллу с гильдии выраливает, она уходит в гильдии по приоритету. Касается всего шмотка. Вот и все. Поэтому все, что вам нужно, это кинуть рот с остальными там 2, 3, 4, 5, 6 человек, которые будут эту шмотку ролить. Надеюсь, понятно. А, блядь! Бил, сука, о! Че, не убили? Нет. Долго бьете что-то? Турбойса не могу догнать, сука. Да, в 277-м ты бы вообще весь рейд обогнал здесь. Ты бы уже Халеона бил, наверное, в 277-м. Мы тут, а ты Халеона уже. 10% снял. Кого это не бежит? Ничего себе, хил, это да. Ну, у Вара тут свой антифир, как бы. Прием. Прием. У Вара, да. Прием, 15 кдп со спула, блядь. Так, босса убиваем, бежим на ту сторону, откуда мы пришли сюда. Возможно, напрасно. В центр не забегаем, потому что Хлеон очень злой, его нагрится. Дай лучера мне. Хочешь это распределять, давай. Угу. А ты же еще и ГП начисляешь. Отлично. Вас. Так, как его? Погодь, так почему не дается лутер тебе? О, вот. Хорош, а мы что, идем по тактике этих, блядь? Добычу поставь сначала. Кучу добычи, точно, да. Так, лутец.
С помощью лукмастер, да? Нет. Нет, у нас пуги вредят. Один пуг. Два. Прист еще. Какой прист? А прист гильдии? Стоп. Все с гильдии. Да? О, сорян, прист. Ардро ролит на Савона написал. По поводу ролла. По поводу ролла. Есть дискорд, открываем обоссанное серое окно, выбираем спектр и выбираем кого. Вот, я написал, что буду ролить на реплика. Пишите, кто на кого ролит в дискорде. Одна строчка. Ник, ролл, спек. Все. Если напишите после пула Халеон, это будет нищетово, короче. Еще раз, раздаю бафы по этим самым, по группам. Первая, вторая, Реал. Третья, четвертая, Сумрак. По хилам. Так Твинси. Лутера, да, а не наводчика. Блин, погоди. Рыба есть? Походу нема. Кто, блядь, приезд? Это был Гуччи. Я поставлю. Гуччи. Ну, страшного. У нас это... Все да, блядь, вы все равно его сейчас пулять не будете. Че такого? Ну а да, чего вы агритесь? Поставьте рыбу, пожалуйста. Сейчас поставлю рыбу. Есть. Объясняю по... Быстренько по ставлю. Бою, да? Первая, вторая, Реал. Третья, четвертая, Сумрак. Шреддер, аура огня. Твоя? Твоя. От Винси, третья аура. Моя, первая, все отлично. Я поставлю еще, наверное, Сумрак, когда зайду в Сумрак. Первый, второй Реал, третий, четвертый Сумрак, хилы. Шансун, Твинси, вы в Реале. Чулан, Наверслип, Серебан, вы в Сумраке. Будете хилить танк и рейд. Вроде все. На второй фазе в Сумрак заходят все, кроме Винар и Твинси. Вроде все. В Сумраке, на третьей фазе, когда будем выходить, сначала ждем метку, и только потом нажимаем портал. Потому что... Так, мастер, ты метку хочешь ставить, понял. В Сумраке будет бегать такая хрень желтая. Вот опять запустил, да, мастер? Я, молодец. Я. В Сумраке вот такая желтая хрень будет бегать, милик. Это будет ориентир для вас. Звезда. Все, чек на пул. Это, пусть Винара прожимается перед тем, как этот полион появляется, потому что мы очень больно. Ну конечно, нужно какой-то прожим давать по-любому. Я всегда даю либо БЗ, либо какую-то тренер. Все, все готовы. Лица налево, я направо. Каски нет. Ставим босс. Стой секунду. Значит, мяу, ты в РК. Рога. Кто там? Кости или кто? Это самое. Дебаф на каску всем. Во тьме ты будешь, я в свет пойду. Посмотрю, что. Нету каски на мне. Да погоди. Как нету, я всем бафну. Нету на мне каски. Ардрон, накидай на меня охоты. На каску. Чулан. Спасибо. Теперь 56 команды. Мне рака нужна. Все. Давайте быстрее ее пошел. Каска 15 минут, я думаю, на трай хватит. Нам всего 8 минут надо. Еще раз, чек на пул. А вы задрали нахуй. Мне рага нужна. И все, пиздец по бурсту, блядь. А ты не торопись, мастер. Не спеши, а то успеешь. Да подожди 20 секунд. Я пуляю. Погнали. Блять. Алиса, забирай. Ага. Стоим в этой звездочке. Вон Мансита на рейд. Метку выносим первую за спину рейду ближе к сторону. Ближе к стороне хвоста. Ходи с пелом. Эл, Шансун, диспелишь первый, третий. Серебан, тебе ответственная задача, ты диспелишь тьму. Вот. Хотел потанчить, я доверяю тебе диспел 8. Уходим с метеора, бегом. Персонажи развернули, смотрим, куда лужится, что-то попал. Шансун, Сизинка и Бокус, метеор, молодцы. Плюс 50 ЕП каждому. А что вы стоите, шар башкой ловите? Вы что, в волейбол играете, что ли? Может, не замечают, пишет РЛ, не сразу говорит. Уже летит, а РЛ говорит, войд выносит. Оперативник, перебегаем. Диспелом диспелит только этот, Шансун и Серебан. Больше никто не трогайте диспел. Лок, если собака есть, отключи у нее, Метеор, побежали. Метеор, побежали, все правильно. Только я вот сначала жду, пока эта херня кастанется. То есть будет видно, куда он падает. Когда он говорит, он уже в небе появляется. Наверслип метку внахлёт. Так, переводим халь. Скажу вам, куда заходить. Погодите. Нужно прожаться. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если... Заходим. Заходим, ставим слева дракона, отдаем на...
Первая, третья группа где, в тёмке? Все заходят в сумрак. Все, без исключения, кроме Эвенар и Твинс. И играют в сумрак. На третьей фазе, третья, четвёртая сумрак, первая, вторая реал. Пожирание души выносится криво, так не выносится. Первая выносится за спину. Чтобы сейчас налезли, человека давай, не отрядало. Давай, дыхание, да, ГП. Не попал, выжил, смотри, прикинь, я в шоке. Князь Рух, никогда не выносись, выноси за спину рейду. Понял? Крутимся. Не, этот мастер метку воткнемся. Правда, у меня есть метка. Все, следующее лезо я пропущу, надеюсь. Че, Гера есть? Давайте Гера, быстрее, бегом. Лары, фурики, настакайте раскол. Серебан, выноси. Молодцом. Ой, лезвие. Боже мой. Лимон, ты еще нуб? Я засмотрелся на серебан, на как он выносит, прости. Ну, Вальчика захватываешься. Видишь, меня даже не убил, у меня даже ревность не прок. Представляешь, какой сильный у меня паладин, у меня даже лес не убивает. Агро, блядь, сильный. Он все равно трубой субьет. 1%, там триал, готовься. Мастер Вумен, смотри. Так, лезвие, крутим. Портал, после лезвия. Я сейчас дракона отверну, выходите в портал перед мордой. Отворачиваю дракона, первая, третья, в портал бегом. Первая, третья, у вас еще 3 секунды. Все, хорош. Уходите отсюда. Маскоп! Стоп, ДД, чулан выносит. Диспел. Стопните на. Стопните. 90 на 10 БЗ отдал. Мангиал, почему ты еще не в свету? Не успел выйти. Не в свету. Первая, третья группа. Кто не успел выйти? В портал под мордой. Бегом. Там что-то портал какая-то инфра. Под жопу, под портал пошли. Все, бьем фазы. Редер метка, наверслип метка. Давай, шумам, диспельнуть. Помогу тебе. Я ревностно уже. Ну и пофиг. У меня еще есть девка, сакра и триничка. Даже банку на броню выпью. Венти, мангиала, поднимай, вот он возле портала. Пожирание, серебан, выносишь. Бокус как-то отъехал под дыханием, да? Ага, я понял. Ну, в реале ресники Бокуса у кого горит. Почему мистер Дой Беттер еще в тьме, блять? Знаю, первая, третья группа должна была выйти в реал. С портала спиной. Вы можете это сделать прямо сейчас. У кого есть БР, поставьте плюс. Наверслип и на семет. Все упали с БР иногда. Так, ага, я. Так, даю сакру. Мучи, алло! Чего прибежали? Чулан, найди момент. Ресни Бокруса. Мосу можно в свет кинуть. Ну, можно скидкию выноси метку. Короче, ресник Бокруса. Как он тебе ресник? Он в тебе? Ну, все тогда. Я про реал спрашиваю. Если БРов нет в реале, играем так. У нас еще 2 минуты. У нас так, времени хватает. Тише. Все, играем. 50 на 50, обе реальность. Иван, метка. Метеор. 60-40, метеор. Лезвие там, осторожно. Бетра метка. Пылающий огонь. Там себя диспет. Мастер Олд. Летус. И потом вылезает. А что ты под дыхание идешь, приз? Не нужно идти под дыхание. Перед мордой босса вообще не ходят. Тем более перед драконьей. Вот в такие моменты я хочу материться, блядь. Чё, дыхание 30к нормально. Гучи метка вынес. Серебан выноси. Ой, блядь, я зацелюсь. Кутёр. Всё, серебан вынес. Нормально, минуту 40, 14% времени хватает. Давайте это, не слакайте с метками, с перебежками, с метеорами, и Кирилл пойдет с первого края. Дыхание. Сумрики хорошо силы хилят, мне нравится. Лучше опять метка. Лучше метка.
Нет, ты мастер, давайте говорить вам буду, если вы там втыкаете. Мне все равно нечего делать. Стоишь как дурак по кругу, бегаешь с драконом. Тело, а нет, дружит, дыхание, тело. Хорошо, что БЗ отдал, наверх слип, давай убегай. Как это я угадал? Очень метко. Все, лезвие еще одно. И мертвый дракон. Еще и стан залетел, бля, ебало. В хвосте был. Все, умри, ящер. Че упало? Ого, нихуя себе. Чешки нахуй. Хороший лутец. И на БДК чешка. Давайте ролик. Кидаю на ролл. Кидаю на ролл. Давайте. Так сладко, там на сову нахуй. Один пух ролит. Выставляй сразу типа чешку на гильду. А вон Войт выставит. Печатка сумеречного молота. Мейн спех. А я чешка на поле ДК норм нет. Ну как тебе сказать? Ну, ему что же. Если шайм есть, то можно. Оля, чешка, бис на анхолика, говорю. Что, прижимайте? Что, анхолика, выбор прям получше будет. Ну, либо, точнее, череп. Так, храм дискорд, стоп. На кота ролил. Серебан, всем серебан. На кота. Око. Да, он писал. Ну, что тогда, чешку ролим. Давай вот чешку на ролл кину после... Серебан на какого кота? Он писал ролл на сову, не? Давай сам. Да, он писал 21.43. А, нет, да, все нормально. Время на соответствует. Написано, да, все нормально. Серебан, а тебе кольцо вот это нужен, которое уже разрыв печатка? Мы его по приору отдали. Или ты за чешкой? Че, ладно. Нету, скажи. Триня за 50 ГП ушла? Там да, психо... потому то, что на третий спек. Третий спек берешь и 10% ГП только дают. 10%, прикинь. Шую, я тоже пароль. Че я сижу, то я пароль шую, конечно. Друид не ролит, я не понял. Друид будешь ролить, серебан? Серебан. Ну, серебан, мы ролим чешку, затрю на сумеречный чужой. Я ролл, уже ролл и пошли. 86. Чопс. Серебан, 63. Все, выставляй на ролл. Все, тогда внутри гильдии. Серебан, спасибо. Тебе немножко не повезло. Так, на инспект. Все, всем спасибо за рейд. Вот так вообще, прям на изи. Только что вы там подохли только. Давай, Серебан, приходи еще. Нам это, у нас хилов не хватает, короче. Мы тут РС-ку по КД хилов добираем. Иршам и Эрдру. Так что, смотри, по пятницам мы в РС-ку ходим. Если есть там кто, можешь в гильдию к нам прийти. Что-то Лиса не ролила, что ли? Давай, до встречи. Я не хочу. Выше меня был только Бокрус. Бокрус. Но почему Бокрус не взял, я не знаю. ЕПГП прописывай. Смотри, не-не-не, смотри. Дело в том, что там есть мейн-спек, офф-спек и 10%. Вот те, кто жмут на мейн, у них самый высокий приоритет. Может, у него аддона нету, поэтому... Оф, это нет. Второй приоритет. 10% третий, все остальное самый низший привод. Так, а кто с гильдии ливнул? С рейдом, блядь. Вам что, ЕПА не надо, что ли, силу? Надо. А, уже давали? Не нет, не давали. Да, давай пока. Если ты лучше айпер уже дал, то кикни его, Шаманову, хорошо. Кис, вот эта чешка тебе, она, кстати, вообще норм. Силу, ты тут? Да. Плюс они в гильдию. Не ливайте с рейда, пока не дадут ЕП за вами. Потом ни я, ни Войт, ни кто-либо другой начисляющий ЕП гоняться не хочет. Ну, нам братан, нам это не нужно. Серьезно, представьте, у вас таких 24 челика, ёпта, и мы гоняемся за вами. Но это борода. Все, всем да, спасибо. Да, я вижу. Спасибо. До встречи в рейдах. Завтра без меня. Я